Детоубийца Джозеф Элай Липни приговорен к смерти завтра посредством смертельной инъекции. Его казнь уже привлекла больше внимания, чем смерть теленовостей. Сын, которого он съел, это был твой лучший друг Томми, мы в курсе, хорош драматизировать. У меня вообще-то травма, Саммер. Годы терапии ушли на то, чтобы принять реальность. В смысле, когда я была ребенком, я убедила себя, что Томми потерялся в волшебном Фрупиленде. Важно знать, там ли Томми. Успокойся, Бет, если он там, мы его найдем. Он будет единственным выгоревшим на солнце скелетом с невоображаемым ДНК. О, ты только глянь! Что за жестокий создатель делает землю упругой? Нужно утопиться. Слушайте, я вас не истребил лишь потому, что был очарован силой природы, но... Ладно, знаете что? Ага, так вот в чем проблема. Фрупиленские атомы углерода смешались с ДНК настоящего человека. Стоять! Отныне вы пленники нашего благородного правителя, дарующего и забирающего жизнь, созидающего и распределяющего смерть! Да-да, остановись, мы уже давно в курсе. Порви его, крошка! Она всегда на охоте. Завтра будем праздновать. Можно сводить детей в аквапарк. Мы отпразднуем охотой. Детишки, хотите поохотиться? Да. И чтобы скоротать время, тут нечем заняться, кроме как... дрюкаться. Я отдрюкаю этот камушек. Вам также должна понравиться демонстрация. Блин, нет, это последнее, что может понравиться. Бедный фрупи-монстрик, отвали от него! Ты была пиздецки пугающим ребенком. Бог ты мой. Я создал Фрупиленд не чтобы избавиться от тебя. Я должен был защитить соседей. Без благородства, чисто... О, не-не-не, вообще нет. Плохой батя на максималках. Вот он, собственной персоной. Я наглухо ёбнутый, и яблочко от яблоньки недалеко упало. Розовый говорящий ножичек. Подружка, ты подросла, продолжим поножовщину. Мне стоит развязать эту духовную связь. Какого херпа? Да, блять, пап, неужели? Мне нужна ваша помощь. Что? Бет, разрушительница, подбери сопли, принцесса Инцеста, ты упал в мед. Боже мой, я как отец. Пора пырять. Он не захотел возвращаться, так что... Он дал мне вот это. Он дал тебе свой палец? Дело в том, что... Все в порядке, без разницы. Хорошо. Я не ожидала иного от человечества. Эгоисты, манипуляторы, бесчестные создания, которые... Киара? Рик, а ты знал, что папа встречался с инопланетянкой? Фу, отвратительно для инопланетянки. Черт, кажется, пиццерия закрыта.